Ого, вы на новом месте? По сравнению с прошлым видео, вы на новом месте. Потому что мне оно показалось куда более симпатичным, чем то, что было там. Вот, вот сзади, вот здесь. Здесь как-то более поприятнее. И это очередной разбор моего никому нахуй не сдавшегося трека. А именно, он показался мне необычным. А вот теперь именно. Именно потому, что он написан в лоу-фай. Хаус. Поэтому я просто сделал вам маленький обзор, типа его очень быстрый маленький обзор. Тьфу, блядь. Пройдемся по дорожкам. Это сайт Chain. На какую-то из этих. То ли на эту, то ли на эту. На какую-то из этих дорожек с мелодией. Мелодию, как видно, я брал с Лупермана. Звучит она. Так, ну это замедленная, по-моему. Это тоже. Короче, звучит она так. Никак не звучит, потому что... Вот так она звучит. Ну и ее вторая часть это... Это просто реверснутая... Просто она просто реверснутая, вот и все. То же самое, но реверснуто. Вот, все. По мелодиям это все. Дальше у нас идут самые обычные. Это просто open head перевернутый, чтобы дать маленький разгон. Потом идет хай-хэт закрытый. Драм-парт на самом деле она довольно простая. Это самая обычная. Блять, хаусовская драм-партия. Типа она ничем не отличается от других. Самое вот прямо. Самая простая. Дрю, что такое дрю? Наверное, это. Это либо какие-то палочки, либо снейр, я не помню. Да, это снейр, это. Кик, снейр, это. Бас, скрученный на аут. Немножко в пич 0, потому что это другой бас, типа есть тут 2, который без пича. Это чуть пониже, да, я мог написать это в пиано хуйнях вот этих, но я почему-то захотел так. Ну, стэк мой. И второй хэт. Такой более воздушный и более открытый, это чуть-чуть по закрытию. Дальше у нас идет мастер волн, потом шестая дорожка. На шестой дорожке, по-моему, лежит, если я не ошибаюсь, реверснутый... Да, на шестой дорожке у меня просто лежит реверснутый... Реверснутая мелодия моя. Серотонин. Реверснутый. Так, здесь у нас грузбит на микс левел... Что? Короче, где-то у нас лежит грузбит, и здесь он есть. Скорее всего, это просто типа грузбит на мастере. На мастере нет грузбита. Короче, блять, откуда этот грузбит взялся, он здесь есть. Я не его. Разбирайтесь, я вам не дам проект, конечно. Или дам. Если собрать достаточно количество лайков. Дальше у нас идет РК-20 ретро колор. РК ретро колор. С дорожки. Какой-то там. Нет, много где, по-моему, он лежит. Или немного где? Это вообще чё? А, это... Это снейр у меня. По-моему, это снейр. Фак. Короче, что-то что лежит на четвертой дорожке? Можно так посмотреть, конечно, это... Нет, это хэт. Это хэт. Скорее всего, на третьей дорожке у меня тоже хэт. Ну, один хуй, здесь есть автоматизация на ретро колор. Типа, чё еще вы хотели? Есть второй ретро колор. Который, скорее всего, здесь же лежит. Типа, это ретро колор с... Просто на... С космос, на Space. Второй ретро колор у меня на... Next Door Studio, это типа... Блять.
вы вышли из клуба, и вот там играет музыка вот за дверью, вот типа оно. Че идет ниже? Ниже нет Луперман. Серотонин 2, Channel Волн. Ну это просто громкость, типа. Вот этой штуки. И все.